Всем привет. Иду в гараж машинку чинить. У нас сегодня 29-е, по-моему, сколько я помню. Да. Холодно, печку затопил. Я на улице показывают почти 20. А жара, ну сыро. Все дни идут дожди, погоды нормальной нету. Сейчас пойдем чинить машинку, покажу котелочек. Только затопил, он 38 градусов всего. Котел стоит на 70, но там дров мало загрузил. Шпарит. Горбыль. Мне как-то писали, что горбыль вообще не дрова, это говно. Горит быстро, хорошо, тепло даст, да и ладно. Дом маленько надо подсушить. Все, система вся холодная дома. Дома 22. Так, ладно, идем в гараж. Вот так вот коптит печка. Ну, только в режиме как бы дыма и не бывает. Дрова сухие. Так, с утра уже резонатор дернул. Я даже чуть не стал, вот он. Замена его, это просто банально длины не хватает. Я раньше его подпиливал. Ну и плюс у меня он доработан, этот я уже дорабатывать не буду. Я не знаю, они разные почему-то. Ну, что есть, то есть. И сгибы разные. Вот хорошо видать. Этот маленько вниз, этот вверх. Сейчас поставим, посмотрим. Так, идем ставить. Еще я взял подушку. Она коробку, она у меня драная. Коробка села, говорится. Тоже сейчас будем ставить. Составляй пока. Надо воды везти, дома вода кончилась. Автомобильчик у меня пока разобранный. Надо перебрать. Сейчас будем делать. Так, ну так вроде видно будет. Что-то будет видно. Так, ну все просто. Сейчас стал снимать. Я взял трубу вот эту заднюю, которая, и вставил, получается, и развальцевал маленько. Теперь должна залететь со свистом. Так, ну вроде неплохо. Чуть-чуть косячок. Надо попасть все это дело. Вот так. Так, трубку теперь задевает. А чтоб он ничего не задевал еще? Проблем будет потом с ним выше крыши. Так, тут не показал, тут вот я одеваю, получается, где камера-то вообще.
с этой стороны. Вот, крючком подушку. Здесь она у меня переделана, я уже показывал. Маленько вывернул его, чтобы он это не цеплялся. Сейчас еще подушку поставим, у нас маленько приподнимется, должна маленько отойти штаны влево, потому как коробки подушка упавшая. Сейчас все заменим. Сейчас хомутики затянем, и будет красота. О, так даже, наверное, поинтереснее будет ракурс. Так, гайки надо собрать. А то получается после ремонта на ушах сёк почти постоянно. Фу, блин, что такое? Надо в очках лазить. Вон глаза мусора. Попадает. Так, где-то я шайбу потерял. Сечок. Фонарик. Так, и фонарик снял. А, да обе поставил. Так, опасненько. А может сорваться. Мало появилось. Так, фу. А, вот фонарик нашел. Его сразу надо оттянуть, получается. Вот один закрутил, сама банка, чтобы оно ровно стало. Потом тот затягивать. Будет перекос небольшой, так все останется потом. Будет постоянно, потому что с подушек сваливается. Как-то так. И ключик надо потом ключом все это проверяем. А болт получается сейчас короче там. Сейчас, в принципе, покажу. Болт поставил. Шайбу не могу пока поставить. Сейчас его притяну, чтобы он по размеру стал трубы. Потому что старый трубе там уже было обжато все. Там где-то 5 шайбок его нашел. Сейчас удобно, халява. Быстро. Закрутил, выкрутил, получается, сейчас
торчит больше, шайбу налезет. Все. Сейчас проверим ключиком. Время реально конкретно экономит. Мне нравится. Прям вообще нормально. Так, не тот. О, больше не надо. Так, сейчас здесь проверим. Вторая сторона. Сейчас болтаю, не болтается. Так, на подушке стоит. А, чуть-чуть косанулся, три криво стоит. Сейчас покажу. А эта сторона маленько ниже. Вон она на подушке. Фиг с ней. Сейчас протяжечку проверю. Ну, еще можно. Боюсь просто тянуть им. А, все уже. Не боюсь, надо болт заменить. Сейчас болт поменяю. Так, все, взял шпильку. Сейчас закрутим. Благо, со шпильками проблем нет. С болтами есть. Ничего страшного. Так. Чуть-чуть надо повернуть. Вот так. Будет идеально. Можно. Страшно тянуть. Резьба слетит на раз, два. Во. Так. Все, сейчас фиксирую болт. А, снимаю пленочку. Косячок с пленкой вышел. Вот, пленку не снял. И здесь получается резиночка у меня та же стоит. Сейчас зафиксирую. Где-то здесь лежит. Ну и здесь хомут надо поставить. Это минута. Здесь тоже момент такой. Поворачиваю эту трубу, глушак сдвигается влево-вправо, смотрите. Здесь пока еще хомута не стоит. Раз. Раз. Как бы еще здесь нужно поиграть, когда собираете. А вот в этом сочленении получается, где хомут ставится. Ну, это такая надобность есть, конечно. Так, все, сейчас его сжиганем. Снова вот это соединение пропускает. Что такое не делал? Герметика мало. Все. Так, задевает. Так. Я за сам глушак маленько потянул, чтобы с синих он зашел. Все. Здесь зафиксирую, чтобы не слетал, и все. Сейчас, кстати, я прикручивал, а не снимая головки, бита, шлеп, и входит нормально, удобно, быстренько можно снять, переставить. Так, все, глушак стоит. Проверяем его еще раз, болтаем, чтобы он не стучал, ни об чем не надевал. И все, здесь я зафиксировал саморезиком, подушку свою самодельную. Все. Сейчас обдеру пленку и буду менять опору коробки.
Хотел снизу телефон поставить, но мне места для работы совсем не останется. Так, сейчас подушку покажу. Вот она стоит. Как показать-то? Вот она. Вон она, вон она. Сейчас сверху камеру поставлю. Так, ну не знаю, видно, наверное, будет что-нибудь. Хотя здесь провод мешает. Там подушку. А, вон нашел. Так, ну вот, наверное, самый максимально оптимальный вариант показать. Так, сейчас сверху добавим. Так, у меня есть фонарик. Снимаю на телефон, чтобы его впихнуть, чтобы он куда-то вошел, это сложно. Так, на телефон вроде не попал. Так не получается. Так, неудобно. Так, сейчас возьму ключи. Другие. Так, и вот три еще осталось. Так, сейчас коробочку еще подопру. Взял сейчас насадку для труднодоступных мест. Сейчас попробую импактом открутить. Ой, гайка вертом.
такая изгибается, как змея. В принципе, нормально. Летит можно. Вот. Все попало. Здесь крайне постоянно шпилька раскручивается. Так. О, теперь надо как-то болт выбить. Вот это будет она. Не просто сделать. Так, пошел. Аллилуйя, добыл. Так. Задний ход включить надо было. Так, ну я сейчас новую поставлю, потом эту покажу. Да, чуть-чуть устала, прям маленько, но сильно. Так. Я сперва кручу вот эту мелочь, потому что потом подушка прижмет. Не долблю, чтобы это не сломать насадку. Еще, говорится, в хозяйстве пригодится. Блин, прикольная штука. Потом покажу как-нибудь. Ну, точно потом. Так. Вообще нормально. Тут даже бы трещоточкой сколько я бы тут подкручивал. Дотянул теперь и все. Ну, кто менял подушку, тот знает. Хотя называют кронштейн коробки в магазине, мне сказали, это не подушка. Так. Опа. А теперь еще беда будет попасть. Как-то надо. Надо в что-то упереть двигатель, подвинуть маленько.
Надо как-то зацепиться. Так, поддон, конечно. Не лучшая идея, в шкив тоже. Так себе зате. О, нашел. Так, чуть-чуть припустить. Получается, упирался в распорку, в ту подушку, которая спереди. А только так. Так. Теперь заведено. Так, нам нужно так нормально заходить. В чем проблема? Чуть-чуть припустим, попробуем. Опа. Что-то не то. Что-то не идет никуда, ни туда, ни сюда. Так. Так. Ладно, сейчас скрутим подушку еще раз. Что-то я не посмотрел. Отверстие внутри. Косячок. Сейчас покажу, в чем прикол.
Так, ну там все подрежем. Во. Сие подушка. У меня болт просто тупо не лезет. Сейчас я рассверлю все. Отверстие на просвет. Ух ты, нету? Сразу не посмотрел что-то. Ну что, Russian запчасти. А вот тут вот это. Она упала, провалилась давно уже. Ну еще такая, ничего, бодрячком. Так, ну я посмотрю. Я выбрасывать не буду. А, поищу карточку, что входит, и приготовлю потом на будущее. Потому что вот эта запчасть, я думаю, долго не отходит. Сейчас чистим. Вот и все. О. Болтик теперь входит и выходит. Думаю, что такое не лезет. Вообще, блин. Вот такая же. Ну, это долго ходила. Лет. Все, сейчас будем обратно ставить. Сверлом прошел 10-м и все. Так, продолжим. Так, сейчас попробую наоборот. Попробуем наоборот. О, подушка же спустился. Там крас плохо спускается сам по себе. Какашка китайская. Так, хотя... Не, сейчас наобратно соберу, как было. Так, готово. Ну ты чё, блин? Еще мухи разлетались, блин. Здесь монтажку можно с этой стороны подтянуть. Со стороны колеса. А толку мало. Так, ладно. Тогда по накатанной. Скорее всего, то же самое. Так, ну вот и подушечка. Я вам где снимать-то куда? Новая, на своем месте. Снизу некогда было камеру ставить. Вот эти три я крутил отсюда. Ослабил этим, в принципе. И здесь получается через трубу от бампера сжиг. И два верхних, а нижних под ним. Вот эта насадка же. Я первый раз такой пользовался. Первый раз в жизни. Она получается внутри этого пластика крутится. Знаю, видно, не видно. Но я тяжело крутить одной рукой. Возможно, после гайковерта ей хуже стало. Интересная штука. Думаю, по хозяйству пригодится. Так, все. Сокой все. Сейчас будет корона заниматься. Вот там суппорт ремонтирует. Суппорт я уже показываю, как делать. Все. Перегоняю машинку.
поставил вот сюда, у меня такой штатив самодельный. И тут у меня стоял телефон, чтобы снять, показать вам ракурс. Вот он. Вот так вот. Ну все. Всем пока.